Десерт пудинг, изготовлен в России, весит 200 грамм, упакован в пластик с фольгой. Состав, возможно, вас слегка напугает, а цвет его желто-бежевый, с приятным ванильным запахом, густотой, так что ложка стоит, и вкусом очень-очень приятным, не приторным. То есть сахара там действительно минимальное количество. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. И, конечно, ждите новых.